Активисты НПО Open Arms спасли в Центральном Средиземноморье 110 мигрантов. Лодка с ними была обнаружена в мальтийской поисково-спасательной зоне после 20 часов нахождения в море. Среди пассажиров двухлетний ребенок. С начала года в Италию по этому маршруту прибыло почти 16 тысяч мигрантов, на 3 тысячи больше, чем за аналогичный период 2021 года.